Учительница древнего индийского танца попала в книгу рекордов Гиннесса. Педагог обучила 200 человек уникальным движениям, которые познаются воспитанниками 10 лет. Это больше, чем кто бы то ни было во всем мире тратил времени на танцы. Ну, конечно, женщина работает на износ. Шестидесятивосьмилетняя Аша Гопал преподает искусство танца. Сейчас дайте собраться и выговорить. Бхаратанатьям, не путать с Дмитрием Харатьяном. В специализированной школе, филиалы которой расположены в нескольких городах США. Среди самых крупных – Финикс и Лас-Вегас. Для того, чтобы научиться искусству этого сложного танца, требуется огромное число уроков. Танцоры приходят в школу в раннем возрасте и заканчивают курс обучения только через несколько лет. Потому в год выпускной отмечают всего 6 человек. Юбилейной ученицей стала 15-летняя Дивья Махарадж. Учиться она начала в 5 лет. Уникальный танец появился около 3000 лет назад. Движение символизирует борьбу божества с демонами. И для того, чтобы победило все-таки божество, а не демоны, танцовщица должна исполнить все движения безукоризненно. В основном это движение рук и головы, напоминающие замирающие статуи. Особое внимание уделяется взгляду. Аша Гопал говорит, через танец исполнительницы должны настроить зрителя на мысли о божественном и высоком. Thank you.